Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня я хочу поделиться с вами проектом, который находится на предстарте. Это рекламно-матричный проект. Сразу говорю, он с вложениями. AdGain называется. Так? Ну, так вот он выглядит. Можно перейти в конец странички, вот здесь нажать и зайти в группу ВКонтакте. Есть группа, чтобы быть в курсе новостей. Я вступила. Все замечательно. Далее давайте разберем. Значит, главное, так, подождите. Да, главное, реклама. Значит, здесь можно рекламировать как бы свои проекты. И это рекламно-матричный проект. Мы покупаем пакет и идем. Сразу автоматически вступаем как бы в матрицу. Здесь две матрицы. Значит, есть полупассив. За каждый купленный рекламный пакет вы получаете место в структуре данной системы. На каждое место вам может быть начислено до 107 900 рублей. Вот здесь таблицу можно это все изучить. Так и прочесть. Вторая матрица, это уже линейная, тоже супер. Значит, система рефовода. Так, пятиуровневая реферальная система без ограничения количества рефералов на уровнях. Вы можете пригласить хоть одного, хоть 5, хоть 100, 500, 1000 человек. Неограничено количество рефералов. Значит, первый уровень заполняется рефералами, которых вы лично пригласили. Второй уровень заполняется рефералами, которых пригласили ваши рефералы первого уровня, ну и так далее. Начисления производятся за покупку рефералами рекламных пакетов. В этой системе можно зарабатывать без приобретения рекламного пакета. Вот как. Даже можно и без вложений. Да. Так. Далее давайте перейдем к регистрации. Регистрация здесь наипростейшая. Вводите имя. Я имя писала на русском языке. Далее email, логин, пароль, повтор пароля. Нажимаем зарегистрироваться. И я войду в кабинет. Нажимаю войти. И что у нас в кабинете? Значит, это наши личные данные. Здесь находится сразу же партнерская ссылочка. Кабинет довольно-таки простой, но понятно все. Значит, здесь контактные данные. Это указываем все в настройках. Здесь ваш куратор, ваш пригласитель. Так? Далее. Ну, это профиль. Идем сразу в настройки. Здесь мы у вас будет уже email стоять, прописывайте свой Skype и ВКонтакте, чтобы ваши партнеры могли в случае чего с вами связаться. Нажимаем сохранить. Далее кошелек Payeer для выплат. Нажимаете сохранить. Так, денежки сразу инстантом вот сюда. Здесь будет отображаться ваш баланс. Нажимаете «Выплатить» и инстантом идут на Payeer кошелек. Так. Далее пакет стоит здесь 220 рублей. Переходим. Реклама. Значит, реклама. Так. Здесь мы будем как бы свою рекламу. И количество пакетов 1, цена 220 рублей. Нажимаю «Купить». Сразу перебрасывает на платежную систему Payeer. Нажимаю «Рубли». Подтверждаю. Есть маленькая комиссия. И продолжу после паузы. И что у меня? Я купила пакет. И у меня появились рекламные баллы. Давай покажу сейчас, как делать рекламку. Сюда заголовок, описание, ссылочку и нажимаем добавить. Ну давайте я. Так, заголовок. Копирую вот этот проект я. Так, ставить. Описание. Так, я сразу ленивая.
напишу, буду копировать. И ссылку. И так, рекламные баллы. Пу-пу-пу. Так, пакет я купила. И нажимаю добавить. И вот у меня один рекламный балл, обращаю ваше внимание, списался. Стало у меня 29 баллов. И вот здесь как бы все будет отображаться. Ваша рекламка. Так? Далее. Здесь полупассив. Будут отображаться. Дальше рай рифовода. Здесь тоже будет все это у нас заполняться. Здесь у нас находятся баннеры и настройки, я вам показывала, и выйти. Вот такой вот рекламно-матричный проект, проект суперский, я обожаю такие проекты. Можно плюс ним замечательно, хорошо заработать, приглашаю, кому интересно. Ну, ребят, не интересно, пропустите, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!